Ольга. А? Здравствуйте. Здравствуйте. Что вы тут делаете? Я к министру Бубнову по личному вопросу. Написала письмо о своей непростой жизни с Александровым. Пусть почитают, товарищи. Ольга, личные вопросы режиссеров решаю я. При чем тут нарком просвещения Бубнов? Кроме того, я ведь с Александровым уже переговорил. Мало? Мало, недостаточно. Выходит, не рассудили вас. Меня не рассудить надо, Борис Захарович, а расселить с ним. Мне жить негде. Понимаю. Ну, давайте мы с вами прогуляемся, подышим воздухом, во всем подробно поговорим. Мне труд, пожалуйста. Возьмите, пожалуйста. Благодарю. Оленька, Александров, креатура ЦК, приступает к съемкам комедии по поручению товарища Сталина. Я считаю, что он поступил вполне великодушно. Он с квартиры съехал, оставив вас сыном. Съехал, но вернется. А я хочу жить там вместе с актером Борисом Тениным. Мы уже 2 года как муж и жена. Дуглас любит Бориса. Школа рядом. Это моя квартира. И никуда уезжать я не хочу. Ольга, позвольте мне взглянуть на это письмо. Бумага, знаете, имеет обыкновение попадать в плохие руки. Благодарю. Борис Захарович, я актриса мюзикхола. И актриса хорошая. Не я это говорю, критики. Он за 10 лет ни разу не предложил мне вот так усенькой ролишки. Ну да ладно, не видит меня в кино. Но я ему прощала все. Его роман с Верой Януковой. И то, что он годами торчал на съемочной площадке, как собачонка, бегая за этим Эйзенштейном. Он даже в массовку меня ни разу не позвал. Почему я? Я калека? Я уродка? Почему я должна быть ему верна? Вот режиссер – это такая профессия. Нужно, чтобы постоянно находился рядом человек, который разделял бы жизнь, разделял бы быт. Творческие неудачи режиссера. Ну, по-видимому, с вами этого просто не произошло. Это с ним ничего не произошло. Потому что он годами торчал у Эйзенштейна дома. Я пыталась стать нужной. Я была готова заниматься даже реквизитом. Но он был против. Кто? Эйзенштейн. Он с первого дня стал насмехаться надо мной. Он на броненосце выгнал со съемочной площадки беременную. Сергей Михайлович, знаете, над всеми насмехается. Ему лучше на язык не попадаться. Надо мной тоже бывает. Вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. А о чем вы говорите? Да потому что это ненормально. Такая дружба. Ах, вот вы про что. Ну, знаете, в таком случае нам и Пушкина с Дельвигом придется заподозрить. Ильфа и Петрова, Эрдмана с Массом тоже, не разлей вода. Если следовать вашей логике, то и Немирович со Станиславским, они же тоже частенько уединяются в кабинете. Ольга, послушайте меня. Настоящее служение, оно подразумевает полное отречение от семьи, от быта. Вам просто не повезло. Вы не стали у Гриши музой. Ну, это бывает. Ну, что поделать? Борис Захарович. Хорошо, я поговорю с ними еще раз. Слышите меня? Борис Захарович, он ведь там тоже не скучал. Все знают про его романы. С Дитрих, с Гарбо. Вот, полюбуйтесь. Он изменял мне на октябре, когда снимали, с ассистенткой. Если нужно, я могу документально подтвердить все его измены. Это, кстати, немецкая газета, тоже можете посмотреть. Не нужно ничего документально подтверждать. Езжайте к сыну, вас отвезут. И успокойтесь. Обещаю, квартира останется за вами. Понимаете меня? Актеру Тенину привет. На свадьбу меня не забудьте пригласить. Для этого Александров, хорошо? Должен дать развод. А он не дает. Даст. Нет, я, конечно, понимаю. Я не потянула мозгами гения. Он с Чаплиным на одной ноге. Ольга. Он с вождем встречается. Но я не позволю себя больше унижать. Оленька, все будет хорошо. Езжайте домой. Езжайте, езжайте. Жену Александрова домой отвезите. Хорошо. Костюмер на площадку. Володя, привет! Эйзен здесь? Просмотровом зале студентов привел.
Ты что такое, Гриш? Будешь на моем фильме оператором? На каком хоть фильме? Народная джаз-комедия, а? А что за жанр, стиль? Стиля в природе не существует, Володя. Стиль будем создавать. Одно и точно. Деньги. А сценарий есть? Пишется. Ну что, в бой? Какой в бой, Гриш? Нет ничего. Смотри на лето. Лето уходит. Должны снять до осени, а сдать в следующем году. Это трюковая комедия. На площадке все будем придумывать. Повороты сюжета, гэги. Короче, вижу, согласен. Позвоню. Бред какой-то. Ни жанра, ни сценария. Парадоксы вдруг. Ну что ж, товарищи, давайте обсудим монтаж эпизода. Какие мнения? Слушаю вас. Ну да, монтаж. Но ведь в современном кино больше технических средств, чем в немом. Монтаж же не самое главное. Технические средства будут развиваться до бесконечности. Невозможно даже представить, какими они будут через 100 лет. Да, но монтаж будет всегда. Это способность создавать ритм истории, который вы рассказываете. Это как в музыке. Анданте, диминуэндо, крещендо. И форте. И форте. Способность проявить для зрителя суть строения вещей. Здравствуйте, Сергей Михайлович. На занятие пришел. Присаживайся, двоечник. Ну что, я вижу, у нас тут произошло событие вселенского масштаба. Перерыв 10 минут. Погуляйте. Что случилось, Гриш? Сталин поручил мне снять комедию. Джаз-комедию. Сталин лично? Нет, ну... По поручению, ну, по рекомендации. Шумяцкого, между прочим, и Горького. И ты согласился? Ну, конечно. Ну, вы же отказались? Я не отказывался. Я принес Шумяцкому заявку. МММ. Комедия современного человека в средневековой России. Он завернул. Хм, а у меня не завернул, представляете? Одобрил. Более того, Эрдман и Мас уже пишут сценарий. Ну, я знал, что как только я откажусь делать эту подделку про третий интернационал, они тут же предложат ее тебе, и ты ухватишься и сделаешь. Гриш, ты голодаешь? Я? Ну, нет. Они дали тебе квартиру, машину под зад, гонорары не меньше голливудских, тебе мало? А при чем здесь гонорары? Я 100 раз тебе говорил, научись отказываться. Это тоже входит в профессию. Нельзя хапать все, что идет тебе в руки. Иногда нужно поголодать, книжку умную прочесть, подумать, для чего ты живешь и что оставишь после себя. А снимать? Снимать нужно только то, без чего жить не можешь. Дышать. Сергей Михайлович, я не понимаю, о чем идет речь. Так это и есть моя мечта. Я мечтал всегда снять комедию. Я всегда знал, что твой герой Хлестаков, но не до такой же степени. И ты согласился на эту авантюру. Да почему авантюру? Да потому что комедия – это самый сложный жанр. А ты примитивную агитку с трудом снимаешь о вреде абортов и пользе интернационала. Да, вот именно. Агитки можно снимать всю жизнь. И всю жизнь тебе будут тыкать. Пиздарин, а у меня шанс. И пусть я провалюсь. Ну, провалюсь, значит, такая судьба. Насмотрелся дешевых опусов в стиле Аделиты. Самому захотелось, угадал? А хоть бы и так. А вы сами не говорили? Беру все,
что плохо лежит. Главное, талантливо переработать. Талантливо! Ты слышишь слово? Талантливо! Да пойми ты, из-за этой твоей дурацкой комедии, из-за этой площадной безвкусицы станет 10 настоящих картин. Ром встанет, бюджет студии не резиновый. Но почему безвкусица? Почему площадная безвкусица? Почему вы думаете, что я сниму площадную безвкусицу? Чарли Чаплина, между прочим, тоже сначала упрекали. Глупая дерготня, потакание низким вкусом. А знаете, кто его рассудил? Зритель. А знаете как? Проголосовал ногами. Пришел в зрительный зал, сел и стал смотреть вот эту площадную безвкусицу. И выяснилось, шедевры. Товарищи, перерыв закончен. Заходим. Так, ребята, ответьте мне на простой вопрос. Какой жанр самый сложный в кино? Комедия! Слышал? Комедия! Это мой ученик, Александров. Он возомнил себя Чаплиным. У нас тут диагноз, Александров. Мармоненко, тебя психиатру показывать нужно. Да, я Мармоненко. Да, я с Урала, да, я образованщина, и меня здесь никто не ждал. Но я сниму эту комедию, сниму, чего бы мне это не стоило. И сниму так, что вы все здесь вздрогнете, и это будет шедевр. Скатертью дорога, паренек с Урала. Имя мое забудь. Вот не думал, учитель, что вы меня так благословите. Думал, обрадуетесь. Чему? Будущему фиаско! Записывайте. Имеющий уши, да услышит. Имеющий глаза, да увидит. Но он глух и слеп, и бездарен. Почему? Почему? Потому что всеяден. Нельзя снимать все подряд. Итак, о чем наша фильма? О нас. А что у нас такого интересного? Знаете, как сказал мой папа Йося Вайсбейн, когда я сказал, что хочу в артисты? Чем удивлять будешь, Леня, Борис Захарович? О чем будет наша пролетарская история? Я вам скажу о чем. У всех у нас есть мечта. Так? Стать другими. Лучше, чем мы есть. Мы, большевики, подняли страну на дыбы. Массы поехали из деревень в города. А зачем они поехали? Я затрудняюсь ответить. Ну, если по-простому. Они поехали за счастьем. Вот так, мне думается, и ваши герои. Они едут за счастьем. Вот так надо. Пиши, Володя. Значит так, партия приказывает снять фильм о том, чтоб все немедленно поехали за счастьем. Давай. Записал. За счастьем. Леонид Ильич. Да. В вашей программе «Музыкальный магазин» это все есть. Да. Всего лишь нужен крепкий сюжет. Это фильмы о вас должны быть, о молодых. О чем вы думаете? Чем дышите? Чем живете? О чем мечтаете? Это о вас. Итак, пастух и пастушка едут в город за счастьем. Это девиз. А что им мешать, Борис Захарович? Плохие непманы. Буржуазные перерожденцы. Кулаки. Идея. Наш Костя... Костя приезжает из глубинки в Москву. Естественно, предположить, что он встречает того, кто поставил Россию на дыбы. И чтоб спросил, за каким хреном вы ее подняли? Да. Как поставить обратно на место? Рецепт не потеряли? Потеряли. Настоящий наш одесский. Контрабандный. Вы пишите, пишите. Да. Лишнее я потом вычеркну. А что скажет режиссер? Что-то он подозрительно молчит. Золотые слова, Борис Захарович. Григорий Васильевич, что ты молчишь? Ой, не знаю. Мне все так нравится, Борис Захарович. Сижу и любуюсь всеми вами. Леонид Ильич, посиди. Спасибочки.
Ох, ребята, кашу мы заварили. Придет время, будем вспоминать этот день. Хорошо вспоминать. Хорошо, Коля. Я знаю одно. Фильма должна быть очень смешная. Знаете, что я понял в Голливуде? Срабатывает самый безумный, самый сумасшедший сюжет. Например? Например, нищий едет в Калифорнию мыть золото. А по пути его все хотят сожрать. Причем в буквальном смысле этого слова. Медведь, его товарищ каннибал – это золотая лихорадка Чаплина. Или бродяга случайно попадает в цирк, скрываясь от полиции, и вдруг всем становится ясно, что он самый смешной на свете. И все хохочут зрители до упаду. Что ты предлагаешь? Сюжет должен быть простым и ясным каждому жителю нашей страны. Сюжет. Колхозник едет в Москву учиться музыке. Тебя устраивает? Нет! Нет! Колхозник играет на дудочке так, что пляшет все его стадо, потом все жители колхоза, потом вся Москва и в финале вся страна? Да. Так, стоп. Про стадо поподробнее. При чем здесь стадо? Потому что это смешно. Что смешно? Танцующее стадо. Да, да, поймите, мы будем первыми, кто снимет танцующее стадо. Это прекрасный гэг, я его вижу. А что такое гэг? В Голливуде это значит коротко и смешно. Мы создадим картину безудержного счастья от того, что мы живем. От самих себя. Записывай, записывай. Безудержное счастье от самих себя? Да-да. По-моему, бред чистой воды. Пиши! Ты еще ничего не понял. По нынешним временам за полный бред платят неплохие деньги. Пиши! Вот что, товарищи. Работайте. Хорошо тут у вас. Молодость. Азарт. Но чтобы через месяц сценарий был на моем столе. Вот так вот. Борис Захарович, а денежка? Какая денежка? Напишите заявку. Ой, будут денежки. Так она уже готовая, быстро. Давай сюда. Готовая? До свидания. До свидания, Борис. До свидания. До свидания. Ошибок нет, видите? Это вообще что такое? Ну, вы совесть-то имеете? А что, здесь все есть. Безудержный оптимизм, счастье. Борис Захарович, позолотите ручку, дайте в долг. В долг дать? Все равно не отдам, вы же знаете. Бандиты. Уголовники. И не спейтесь тут, понятно? Через неделю сценарий будет готов. Борис Захарович, пожалуйста. И передайте большевикам, все будет в ажуре. В комитет. Ну шо, лоботряс, слушайте папку. Быстро в буфет, а то закроют. Давай, коньяка там, то да сё. Изя! Ну что ты там полтора часа тренькаешь? Изобрази что-нибудь, родной! Есть музыка. Режиссер – это профессия, которая входит в группу риска. Задумайтесь, меньше всего живут режиссеры, пилоты, торадоры, гангстеры и… Вот как вы думаете, кто еще? Не знаю.
вторые режиссеры. А что я сейчас сказал смешного? Почему вы смеетесь? Барышня, барышня, мы каста. Мы небожители. Нас мало. Режиссер после многолетнего катарсиса. Он хочет всех убить, задушить. А почему? Ответьте мне, я вас спрашиваю, почему? Не знаю. От бескультурья? Жаль. Очень жаль, Варвара. Вот когда узнаете, мы вас ждем. Но для комедии вы не подходите. Почему? Юмора нет. Следующее. Орлова здесь? Да, Орлова, я. Любопытный персонаж. А что у вас с лицом? Что у меня с лицом? Все в порядке? Да нет, милочка. С вашим лицом большой непорядок. Не говорите загадками. Зубы покажите. Хорошие, ровные. Ноги. Ноги покажите. Угу. А сколько вам лет? Там написано. 29. Врете. 31 год. Можно юбку опустить? Да, конечно, опускайте. А нашей героине 18 лет. Но дело даже не в том. Как фамилия? Там написано. Орлова. Любовь. А это что? Родинка? Мушка. Это в театре мушка. А в кино родинка. И вы еще утверждаете, что с вашим лицом все в порядке. Очень жаль. Но не годится. Что не годится? Родинка не годится. А зачем вы переспрашиваете? Я не идиот. Да, у вас замечательное лицо, потрясающий профиль, но не годится. Все. Можно я почитаю? Нет, не надо. Я могу спеть. Голубушка, ну не надо вам петь. А можно уточнить по поводу родинки? Она же мушка. Есть юмор, это хорошо. Вы в театре работаете, так? Да. Театр. Это искусство условное, понимаете? Общий план. А кино – это абсолютная достоверность. Вы вслушайтесь в слова. Абсолютная достоверность. А по-моему, вы несете бред. Дискуссия. Замечательно. Представьте себе. Крупный план. Зритель смотрит и вдруг видит родинка. Мушка. Да. Зритель отвлекся. В результате фильма провалилась. Достоверность потеряна. 31 год. Ну, пора бы уже быть как-то посообразительней, что ли. Свободно. Боже мой! Ой! Не видеть вас до скончания дней! Девочки, милые, все домой! Как-то домой. Как? Я не собираюсь домой. Еще и нахамила. Люба, у вас получилась неудача в кино? Опять? Не расстраивайтесь. Я узнал одну русскую пословицу. Там... терпеть и трудиться. Как она говорится? Терпение и труд. Все перетрут. Да. Я думаю, эта пословица very good. Поехали, Люба. Мы будем с вами обедать, разговаривать. Не идти плакать, нет. Вы же сами говорили, тоска, печаль, это грех, Люба. Действовать надо, все брать в свои руки. Франц? Да? Разворачивай машину. Едем в Националь. В ресторан? В гостиницу. К Утесову. Едем. Да, аккуратно. Стой! Вот сумасшедший, а? ВЦСПС пишет,
Министру просвещения Бубнову пишет, на студию пишет. Так до НКВД, Гриша, дойдет, ума-то хватит. Взыграла у нее. Боится, что в моем лице потеряет статус и положение. Еще и ребенка против меня настроила. Хочешь сказать, ты хороший отец? Да, я ужасный отец. Я годами пропадаю на съемках, в экспедициях, но ребенку это все можно объяснить. А не говорить о том, что его отец развратник, гуляка, бабник и ненавидит мать. Значит так, вот иди и реши вопрос с женой. Да как? Как? Она не дает мне развод. А она утверждает, развод не даешь ты. Борис, я 2 раза у нее был, не заставал. Гастроли, гастроли, гастроли! Живет с Тениным и на меня же еще пишет. Ты с Тениным встречался? Да. И что? Приличный мужик. И Дуглас к нему тянется. Да все понятно. Я 3 года в Америке, в Мексике. Да, ребенок вырос у него. Пойми, все, что я не сделаю, будет направлено против меня. И развод она мне никогда не даст. Из квартиры выехать, с женой помириться. Тебе эти проблемы ни к чему. Скоро новых будет. Добровей. Отправляешься в Абхазию. Там к тебе прикрепят Геладзе, лучший друг Берии по работе в Грузии еще. Все понял? Белеет парус одинокий, туманом. В тумане море голубом. В тумане море голубом. Барышня, что ищет он в стране далекой, что кинул он в краю родном. Играют волны, ветер свыщет, и мачта гнется, и скрипит. Извините, барышня, погуляйте. Здравствуй, Григорий Васильевич. Здравствуй, Леонид Ильич. Что случилось? На тебе лица нет. Гриша, я тебя с Эрдманом свел. Тебе сценарий написали. С Дунаевским свел. Гениальную музыку пишет. В твоей фильме будет играть мой Тео Джаз. Бесплатно. За что ты меня обижаешь? Ленечка, чем я тебя обидел? На роль Кости Потехина ты утвержден. Раз и навсегда. Навечно. Не волнуйся. Я прислал тебе артистку Орлову. Ты ее завернул. Орлова кто это такая? Я ее лично не смотрел. Кто это? Она излишне театральна. Она наигрывает. Тебе слова не давали. Ты сам можешь ее посмотреть? Я ее видел на театре. И не где-нибудь, а у Немировича Данченко. Актриса феноменальная. Восходящая звезда. Уже снялась в 2 фильмах. А еще она обманула, что ей 20 лет. Ты посмотри на лицо, ей 31. Ленечка, ну мы же договорились. И с тобой, и с Колей Эрдманом. Анюта у нас несмышленыш, юная, наивная. А актриса Орлова наврала. Ей не 20, а 31 год. А мне 40, и что? Я буду играть юного наивного пастушка. Не смеши нас, великий режиссер-комедиограф. Главное, что огонь в глазах, душа, она фантастическая. Люба! Подожди, там живут Чусов. Ты где? Здрасте, здрасте. А что такое? Извините. А что случилось? А почему? Что ты ему читала? Стишок какой-нибудь, басню? Мы просто поговорили. Просто поговорили. С кем? Со мной. Мы подискутировали, и артистка Орлова не подошла. Это ты не подошел. Гриша, выгони его отсюда. Успокойся, пожалуйста. Знаешь, как мой папа Йося Вайсбейн набирал приказчика в лавку в Одессе? Не знаю, Лазарь Йосич, просвети меня. Он в глаза смотрел людям. Посмотри. Ну, посмотри, какая там глубина, чистота, искренность, огонь. Я музыкантов в оркестр набираю, сажаю на стул и прямо в зрачок. Там все видно. Душа. Понимаешь, душа должна петь. У Лазарева Вайсбейна нюх. Сядь. Я тут одну песенку для репертуара выбрал, французскую. Пока обкатываю. Специально для тебя подготовили. Готово? Не подведи. Алло, алло, какие вести? Давно я дома не была. 15 дней, как я в отъезде.
как идут у нас дела. Все хорошо, прекрасная маркиза, дела идут и жизнь легка. Ни одного печального сюрприза, за исключением пустяка. Так ерунда, пустое дело, кобыла ваша околела. В остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо. Все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо, как никогда. Чему скорбеть от глупого сюрприза, ведь это право ерунда. С кобылой что? Пустое дело, она с конюшнею сгорела. В остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо. Разум, как неслыханный удар. Скажите мне всю правду разом, когда в конюшне был пожар. Все хорошо, прекрасная маркиза, и хороши у нас дела. Но вам судьба, как видно из каприза, еще сюрприз что? Преподнесла. Сгорел ваш дом с конюшней вместе, когда пылало все поместье. А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо. Но! Алло, алло, сгорел наш замок, ах, до чего ж мне тяжело. Я вне себя, скажите прямо, как это все произошло. Узнал ваш муж, прекрасная маркиза, что разорил себя и вас. Не вынес он подобного сюрприза и застрелился в тот же час. Упавший мертвым у печи, он опрокинул две свечи, попали свечи на ковер и запылал он, как костер. Погода ветреной была, ваш замок выгорел дотла. Огонь усадьбу всю спалил, а с ней конюшню охватил. Конюшня запертой была, а в ней кобыла умерла. А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо. Упавший мертвым у печи, он напрокинул две свечи. Попали свечи на ковер и запылал он, как костер. Погода ветреной была, ваш замок выгорел дотла. Огонь усадьбы все спалило, с ней конюшню охватил. Конюшня запертой была, а мне кобыла умерла. А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо. Ну, подходит на Анюту. Когда идет ваша перикола? Сегодня. Приходите. Я контрамарку могу оставить. Приду обязательно. Орлова, Любовь. Петровна. Петровна. Кардебалет пошел. Смотри, это твой иностранец. Опять с цветами. А вот тот, что рядом с ним, глаз с тебя не сводил, когда ты сольную проходила. Он так на тебя смотрел, такими глазами. Это кто? Александров. Режиссер. А он режиссер в каком театре? Он кинорежиссер. Прошу ваш выход. Аня Мирович знает, что ты будешь в кино сниматься. Я еще не утверждена. Значит так, после спектакля вези его к себе домой и раз, одним махом решай все вопросы. У вас прямо кавалерийские методы. У меня опыт. Когда мужчина так на тебя смотрит, хватай его за холку и обугал его, обугал. Угу, прямо кавалерия, бокс и все это в листопрокатном цеху. Цехи. Цеху. Хочешь, ключи от квартиры дам? А? Вы случайно не на сцене сейчас? Ваша партия. Ё-моё, опоздала! Лучшего, чем вы, по праву лучшего, чем вы, повече не найдется. Одевайте на финал. Кардебалет пошел. Thank you.
молодой человек. Поставьте цветок на место. А что это у вас? Шш, я Владимира Ивановича. Ну что ты будешь делать? Владимир Иванович. Войдите. Позволите. Сидите, сидите. Любочка, не мог не зайти. Сегодня был невероятный спектакль. Вы играли поразительно точно. В рисунке и в то же время столько импровизации. Спасибо, Владимир Иванович. Спасибо. Войдите. Люба. Да. Блистательно. Блистательно. Я в восхищении, Люба. Вы всегда прекрасны, но сегодня вы были просто очаровательны. Владимир Иванович, я всей труппой буду предлагать ресторан «Националь». Благодарю вас, но утром репетиция. Завтра начинаем «Корневильские колокола». Вот ваша роль. Спасибо большое. Войдите. Здравствуйте. Хорошо играете. И поете. Это вам. Спасибо. Ванька. А, Гриша. Ванька мокрый. Недотрога. Нетерпеливый. Люба. Люба. Завтра в 10 часов утра репетиция. Мое почтение. До свидания, Владимир Иванович. До свидания. Мое почтение. Франц. Я буду ждать ресторан. Франц. Да. И вот она в разорванном цилиндре. С какой-то сеткой наподобие римской тоги, с этим вот похоронным фонарем, оказывается прямо на сцене Большого театра. Понимаете? Честно говоря, не очень. Люба, а что вам непонятно? Давай, Иван Алексеевич. Ну вот, например, почему Анюта вдруг ни с того ни с сего оказывается в Москве? И почему она выступает с джаз-оркестром? Это комедия, это комедия. Не надо бояться смысловых разрывов. Вообще, в жизни гораздо меньше логики, чем вам кажется. А вы спорщица, да? Еще какая? Рассказывайте, рассказывайте. Да. Очень занимательно. Что вы сказали, джаз с коровами? Да, джаз с коровами. Джаз с коровами. Я хочу снять фильм, как у Диснея. С бешеным ритмом, с танцами, с песнями. Я не знаю, там, с лошадьми вот с этими, с коровами, с чем угодно. В ней будет мало логики, да. В ней порой даже не будет смысла, но это не главное. Главное, чтобы было смешно. Потому что надоела вот эта скукота, понимаете? Вот что такое аттракцион? В нем нет логики. Вот надо просто сломать в этом месте фильма ритм. А! Господи! Что? Понимаете? Что сломает ритм и вот-вот-вот. А задача зрителя? Вот вижу, что не понимаете. Я... Секундочку. Григорий Васильевич. Минуту. Смотрите. Оп! А! Ничего себе! Ну что? Теперь понимаете? Нет, не понимаю, но очень убедительно вот это вот. Что вы делаете? Здравствуйте, товарищи. Мы работник, товарищ работник городского коммунального хозяйства. Мы здесь обсуждаем будущий шедевр мирового кинематографа. Вы мне бросьте здесь свои шутки шутить. 5 утра. Дяденька. Простите, мы... Мы больше не будем. А мы вот тут на лавочке со цветочком посидим и никого не трогаем. Ну, чтобы здесь ничего такого. Ну что, Люба, вы будете участвовать в моем фильме? Я сделаю все, что вы скажете, Григорий Васильевич. Пойдемте, я вам кое-что покажу. Куда вы меня привели? Узнаете место? Нет. Ну как же, ну вспоминайте, зима.
метель. Я. Тыц-тыц-тыц. У меня Саня. Тыц-тыц-тыц. Два огромных бидона с молоком. Не помню. Ну как же? Еще вот отсюда выскочил бандит. Такой кинжал достает. То есть у него нож был. Что? Что, набросился на меня? Что? Помогите! Помогите! Вы с другом выскочили отсюда вдвоем. Пришли такие два героя. Мы вас спасем! В шинелях. Я еще у вас. Помните? Это были вы? Пуговица. С вашей шинели. 10 лет храню. Невероятно. Не может быть. Это что ж, получается, нас судьба свела? Судьба. Я вас 10 лет ждала. Безобразие какое. Просто нет, безобразие. Вы посмотрите на них. Обращаться. Сейчас мы договоримся. Да. Сколько можно ждать? Да. Где режиссер? Да. Товарищи, Михаил Ильич Ушумяцкого. Похоже, мы встали. Решение руководства. Встали, ты слышал? Мы встали. Я вас всех поздравляю. Очаровать-то. Мы встали. И я даже думаю, что не встали, а нас закрыли. Вы слышите? Безобразие! Как же так? Кто это решил? Кто? Да мы уже почти половину сняли. И здрасте, нас закрывают, да? Ну а я что могу? Решение руководства. Товарищи, сейчас заходим все ко мне в кабинет. Надо посчитать, у кого сколько съемочных дней было, и будем проводить выплату зарплаты по факту. Проходим, проходим, товарищи. Разбирайтесь, что у вас было, что у вас не было. Разбираться не буду здесь. Ой. До свидания. Поздравьте меня, дорогая, поздравьте. К нам едет Джаз. Поздравляю. Абу Пасад подождет. Здравствуйте. Куда Джаз едет? К нам едет Джаз. Будут снимать комедию про коров, которые играют Джаз. Да? Да. А Мопассан здесь при чем? Мопассан здесь совершенно ни при чем. Деньги Мопассана отдали Григорию Александрову. А вы кто такая, собственно говоря? Я актриса Любовь Орлова. Радевская Фаина. Очень приятно. Коллеги. А у кого это вы снимаетесь-то? А так у Григория Васильевича. Милая моя, никогда не снимайтесь у бездарности. Я умоляю вас, берегите себя. Господи, если бы вы знали, как у меня болит нос от этой вот подклейки. А что это там? Каторга. Просто каждый раз каторга. Люба! Что вы здесь делаете? Григорий Васильевич обыскался. Идите на пробу грима. Извините. Берегите нос. Да. Очень приятно было познакомиться. Товарищи, товарищи, идите в павильоны. Пока не приедет Михаил Ильич, я ничего не смогу сделать. Идите. Идите в павильоны. Да. А кто такой Григорий Васильевич? Александров. Ученик из Эйнштейна. Он с ним Потемкина снял. Потемкина. Григорий Васильевич, да. Миша, почему язык мой враг мой? Спасибо за чай. Побежал. Так, я в Абрамцево сейчас. Эрдмунд с Массом дописывают сценарий. Столько поправок вышло. А оттуда сразу Гага. Гриша, а ты насовсем уходишь? Оль, давай не начинать все сначала. Мы же договорились. Мы с тобой разводимся. Ты расписываешься с Тениным. Живете здесь. Эту квартиру я оставляю сыну. Что еще? А можно больше времени уделять Дугласу? В суете, в попыхах? У меня нет на это времени, Оль. Мне надо ехать снимать фильму. Фильму ты снимешь, а сына потеряешь. Ты страшный человек, Гриша. Послушай, тебе нравится толдычить это каждый день. Как мантру. Этот страшный человек... Вкалывает, между прочим, 10 лет и содержит тебя и сына. И причем приносит неплохие деньги. И ты все эти 10 лет ни в чем не нуждалась, согласись. Достаточно? Достаточно. Угу.
Деньги, деньги. При чем здесь деньги, Гриша? А я тебе скажу, при чем. Я же понимаю, ты боишься. Ты боишься, что я перестану тебя одевать, обувать, содержать. Оль, ты меня извини. Может, это будет какая-то грубость. Но перестану. Хватит. А сына не брошу. Да, кстати, я приеду в Гагры. С Дугласом. Зачем? Послушай, это моя первая фильма, которую я снимаю самостоятельно. Мне нужно будет сосредоточиться. У меня не будет на вас времени. А на эту субредку Орлову? У тебя время есть, да? А, вот оно что. Добрые люди уже донесли. Оля, у меня работа такая. Я всю свою жизнь общаюсь с хорошенькими женщинами. Не донесли, а позвонили. И то, что вы в ложе на вечере особенного целовались. Да, мне уже все сказали. Значит так, развода я тебе не дам. Это во-первых. А во-вторых, я приеду на все 3 месяца в Гагры с твоим сыном Дугласом. Прекрасно. А в качестве кого, позволю знать? Недоразведенной бывшей жены? Ну, почему же недоразведенной, Гриша? Законной? Законной жены? Ну, тогда и Борю тебе не на собой еще прихватить. Чего уж там? Оль, зачем ты это делаешь? Зачем ты каждый раз травмируешь Дугласа и настраиваешь его против меня? Не смей делать из меня чудовище! Не смей! Мама, мамочка, не надо кричать! Я боюсь! Сынок! А ты не трогай маму! Мама хорошая! Ну, уйди! Все, успокойся! Ну, не надо! Ну, что ты плачешь? Вот до чего ты довел сына! Ты знаешь, что он до сих пор мочится в постель? Все хорошо. Все будет хорошо. Булас. Сыночек. Уйди, наконец. Успокойся. Все будет хорошо, мой маленький. Все хорошо.